Перед зданием вокзала Пенза 1 танцуют дети, которые вернулись из лагеря «Приморский». Это выступление они подготовили для своих родителей, воспитателей и вожатых. Ребята не просто провели 21 день на отдыхе на берегу Черного моря. Все это время они выполняли спецзадания. Тематика смены у нас была «Шпионские страсти». Мы были шпионами, и каждый день мы разрабатывали новые планы. И детям все очень понравилось. Каждый день дети выполняли различные миссии в четком соответствии с планом смены. Они принимали участие в творческих, спортивных, познавательных мероприятиях, ходили на экскурсии и, конечно же, купались в Черном море и загорали под жаркими лучами южного солнца. Воспоминания о трехнедельном отдыхе на одном из лучших курортов Краснодарского края надолго останутся в памяти школьников. Пока же они делятся самыми яркими впечатлениями. Мне запомнилась наша визитка, когда мы просто придумывали все за час до мероприятия. Вот. А также понравился стартин. Там прям мы вот взорвали весь зал. Мы делали трейлер на фильмы, которые мы смотрели. Мне это очень понравилось. Я там участвовал активно. В третьей смене в Приморском отдохнули 170 зареченских детей. Среди них немало тех, кто едет в Кабардинку не в первый раз. По их словам, у этого лагеря своя особая атмосфера. Мне нравится эта обстановка, там довольно-таки душевно, потому что когда весь отряд собирается на огонек, это прям великолепное чувство. Также море и мероприятия, и вот это все, гармония. Лето почти закончилось, пришла пора расставаться. На прощание дети по традиции Приморского встали в круг. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».